Что за косяк был с командировкой? Мы не смогли вам заказать первый класс в самолете. Заказали бизнес. Не предупредили должным образом. Дальше. После этого вы меня отправили на предупреждение. Не, я тебя уволил, выгнал из компании за 2 часа. Дальше что? Я собрала свои вещи и уехала. Через 2 недели вы меня помиловали. Угу. И отправили меня в филиал работать. Дальше? Дальше я проработала. Подняв зарплату. И поставив задачу. Поставив задачу контролировать и докладывать все, что происходит в филиале. А ты, получив зарплату, забыл главную задачу. Стучать мне. Ты че, я сейчас тебя уволю. Я тебе сказал, за языком следи. Вы обсуждали, кого я в компании, кого не. Притом по пьяни собирались. Из 3 кошаков 2 я. И вы втроем обсуждали, кого я еще теперь в конторе, а кого не. И кого я точно вот-вот. Козырные кошаки были. Просто козырные. Просто бомба, все кошки были. Всех считали я или одну? Только... О, видишь, во! Видите? Научил! Я в среду еду с шефом к Михельсону. Ты знаешь, про какого Михельсона я говорю? Такой крутой чувак есть. Посмотрите в списке самых богатых людей в мире. Возьми полотенце, протри мне спину.